4 лифта. Так. Какой? Здесь двумя панелями приказов. Ну да. Для инвалидов еще. Держи дверь. Не закрывай. Вот так вот. Вот не надо было закрывать дверь. Всего нет уже. А мы закрыли. Как-то стрёмно даже было. Здесь нету, понятно, что из окна. Хуже даже, чем в кафе. Тут даже хуже, чем в кафе, вот так в ловушку попадешь. Да, так что лучше не заходить туда, потому что там все равно ничего интересного нет. Ну да. Какое интересное приехало. Так, отвечайте. Нет. Вот это сюрприз. Да. Слушай, а там не было точки никаких вид? Вы не обратили внимание? Там нет. Точки не было? Не было. А, значит, только лестница без вида из окна. Ну да. Ну там же ключ надо прокладывать. Мы там не могли бы попасть. Ключ. У меня была такая там новостройка. Вот как раз на Варшавском шоссе. Я еще Лера просил не захлопывать. Дальше мы обратно не вернемся. Стремно, конечно, такие новости. Она не хорошо, что молодец, она не захлопнула. А то мы, значит, так же вернулись. Пришлось сюда по лестнице тогда бы. Или вплоть на первого этажа. И заново опять попадать. Ну да, стрёмно, конечно. Так, ну который из них приехал? Сзади какой-то из нас. Вот. Это, да? Угу. Так, ну что, ну какой поедем? 32-й, может? Ты хочешь на 32-й? Ну да. Ну так мы быстро доедем сейчас. Ну вниз потом спустимся. Ладно, на этом уже доехали. Так, это уже... Тут пирт достаточно быстро едет.
Но зато сигма круто. Интересно, почему 29? Мы наверх. Мы наверх. Блин, вот тоже курьер не знает, что надо вниз нажимать. Угу. Ну, вот. Подожди ты. Так. Нажимай. Жесть, конечно, сколько народу. Ну да. Поток еще. Угу. Тут как метро. Угу. Тоже здесь за тот двойной приказ. Ну да. Здесь сколько, интересно, скорость? 1,75. Блин, слушай, что-то очень долго мы возимся с этими новостройками. Да. Сколько должен... минут уже здесь? Да уже нам минут 15-20. Охренеть. Ты никак не припомнишь, что так долго уходило это все. Ну, КМЗ Протон там все проще, а тут ты еще и наверх могут останавливать. Ну, тут наверх, я тебе говорю, все вот. Потом еще по своей глупости вон. Ну да. Закрыли. Ну да. Я же говорю, как и закрывай. В ловушку попали. Ну вот именно, хорошо, что хоть до 22-го была открыта. Ну да, а то стрёмно как-то. Ну не стрёмно, но просто выходить пришлось будет. А, и по новой потом опять заходить, да? Да, по новому. Тут тоже, блин. Не есть хорошо. Угу. Ай, ладно. Повезло.